Долг за газ в 36 миллионов рублей необоснованно начислили абонентам из Карабадухкенского района. Прокуратура республики выявила многочисленные факты нарушений во время работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса. Оказалось, что Карабадухкенский район имеет самый крупный долг – более 422 миллионов рублей. 36 миллионов рублей из них были необоснованно приписаны жителям за два месяца этого года. Сейчас правоохранительные органы республики проводят следственные мероприятия. Аналогичные проверки будут проведены в других районах и городах республики.